Еще раз здравствуйте. Хочу продолжить эстафету и задать вопросы двум девочкам. Первое это будет для Оленьки Берковской. Оль, тебе привет. И мои вопросы для тебя. Первый вопрос. С чего вообще началась твоя вышивальная карьера? То есть твоя первая работа? Какая она? Сохранилась ли она? И это был набор или подбор? И что это вообще было? Второй вопрос. Откуда ты узнала про Мирабилие? Твоя первая вышивка Мирабилие и твои вот эти ощущения, когда ты начала ее, когда ты ее вышивала и когда ты ее закончила. И вообще все чувства, которые испытывала при ее отшиве. Третий вопрос. После Мирабилии кто твой любимый дизайнер? Или же там производитель наборов, вообще, кого ты любишь, какие производители. Четвертый вопрос. Ну, как бы на тебя влияет YouTube? Подвержена ли ты вот этим модным вышивальным веяниям в YouTube? Или где-то вообще в вышивальных кругах, когда вот, как вот было это с акварельными, ну, это просто пример, работами от Тейси и Ковали, наборами Панны, когда они вышли и все их сразу же кинулись вышивать. На тебя это как-то влияет или нет? И следующий вопрос. Хотела бы ты организовать какой-нибудь совместный проект? И если да, то вообще какой и на какую тематику? Еще один вопрос. Следующий. Довольна ли ты вообще своими запасами вышивальными, там, материалов, наборов? Или, ну, вот как там, всякими там штуками, аксессуарами, или тебе что-то не хватает, и чем бы ты хотела бы дополнить свою коллекцию. И самый последний вопрос, когда мы с тобой увидимся и познакомимся лично. Вот такие вот вопросики, Оль, жду ответа, так что передаю тебе эстафету, и пока.